Всем привет! Сегодня приготовим свинину в кисло-сладком соусе с ананасами. Для этого нам понадобится свинина нежирная, кукурузный крахмал, ананасы, соевый соус, кетчуп, лук и перец болгарский. Все, поехали! Перекладываем в тарелочку. И нужно вот так вот с крахмалом их перемешать. Потом каждый кусочек будем обжаривать в растительном масле. Теперь порежем перец. Крупно. Ну, вот так примерно. И лук крупно. Сольем сок с ананасов, он нам понадобится для соуса. Если у вас ананасы кружочками, их нужно порезать. У меня они идут вот такими дольками. Ага, но я их тоже порежу. Значит, давайте вот так вот. Ананасы порезали, все приготовили. Теперь идем обжаривать мясо. Включаем плиту. Наливаем растительное масло. Ждем, пока масло нагреется. Вот масло накалило, сейчас будем обжаривать нашу свинину. Если все не помещается, мясо, то обжарьте за несколько раз. Надо, чтобы оно пожарилось до румяной корочки. Вот мясо у нас жарится.
Обжарили мясо до золотистой корочки. Теперь будем обжаривать лук и болгарский перец. Ну, совсем немножко, чуть-чуть. Альдента. Обжариваем перец. Теперь обжариваем лук. Добавляем ананасы. Теперь свинину. Теперь перец. Теперь выливаем сироп ананасовый. Все перемешаем. Добавим томатную пасту, либо кетчуп и соевый соус. Закрываем крышкой и оставляем тушиться. В конце добавим чеснок. Вот такая свинина с ананасами у нас получилась. Можно кушать как отдельное блюдо, так и с рисом по-корейски. Всем приятного аппетита!